Мне повезло и с соседями, и со всем домом. Выходим на улицу, дружим, играем в карты, в лото там и прочее, и все. Ну и иногда у кого день рождения, кто пригласит, так и ходим друг к другу. А так все хорошо. Много лет вы вместе? Ой, мне, так, ну 50 лет уже. У нас есть сверху сосед, который любит по пятнице на гитаре играть в 12 ночи. Что сверлить такого? Можно ежедневно, в день часов 12. Целых 8 лет. Я постоянно слышу крики соседей, там, хотя в новом доме живем, вроде спокойно все. Меня мужчину выгоняет. Я просто хочу умереть от них. Ну, соседи, типа, у меня вот прям нормально. Ну, иногда играет на гитаре, да это прям нормально. И, ну, всем нравится, типа, вечером еще, тем более в коридоре играет, с пацанами, типа, собираемся. Да, они дружелюбные, наверное, если в лифте встречаемся, здороваемся. Но так, чтобы ходить друг к другу в гости, как это было раньше, или обмениваться какими-то подарками на великие праздники, нет, такого сейчас нету. В принципе, со всеми очень дружелюбные отношения, кроме моего соседа сверху, который считает, что ну, до двух музыку слушать – это адекватно, причем такую битующую достаточно сильно. К тому же вот именно биты, они лучше всего проникают сквозь стены, и вот это вот труднее всего. Приходится иногда спать в наушниках, даже без музыки, просто как затычки в уши. У нас все хорошо. Вот у нас недавно был пожар у соседей, и у нас весь дом там стучали друг к другу, потому что хотели, не понимали, у кого хотели помочь. Вот. Но раньше такого не было. Раньше у нас были злые соседи, и как-то раз я даже нашей злой соседке в этот почтовый ящик положила там нехорошее что-то. Вот. Такое вот признание небольшое. Общайтесь с соседями, расскажите, в каких вы отношениях. Любите их, может быть? Мужиков люблю, девушек нет, завидуют. А как соседи, вот мужчины, вам, может быть, с ремонтом помогают, еще с чем-то? Во всем. Чем больше дом, тем меньше люди друг с другом общаются. Я никого не знаю, меня никто не знает, ну и, в принципе, никак не соприкасаемся. У меня прекрасные соседи, и мы даже делимся клубничкой с ними с дачи. Но по именам я их не знаю. У меня соседи – это пожилые люди, они очень такие... Не позитивно, я бы сказала. Пол скрипит, телевизор громко кричит, музыка громко. Что-то утром им не нравится, поэтому нет. Я с ними стараюсь не контактировать, извиняюсь за любой шум и не трогаю. Тут пени очень скользкие. Ну так не выходите из дома. У нас хорошо. В общем, общаемся, заботимся друг о друге. Заболели, за лекарствами сходить, ну, какие-то продукты купить им. Они нам покупают, мы им что-то съездить куда-то, они на машине нас могут отвезти. Я очень громкая дверь, я ее закрываю, я помню, около лифта стояла, открываю дверь. Чё так хлопаете? И закрыла, я хотела подойти, извиниться, не знаю, как она просто хлопнула. Я такая, понятно, спасибо. У нас двор очень дружный, мы все выходим, гуляем, детей отпускаем своих, поэтому все прекрасно. У нас, например, бабушка в соседней квартире живет, она тяжело ей ходить, она оставляет мусор около, ну, на площадке. И мы всегда с отцом там помогаем и выносим мусор. Также можно с детьми, да, посидеть. То есть у нас такое действительно есть, практикуется. Поливать выходим, садить что-то выходим вместе. Скорее всего, громкая я и своих соседей. Ну да, делают ремонт, я живу в новостройке, и меня почти дома не бывает просто. Поэтому я идеальный сосед, я прихожу туда только ночевать.